Вот сюда, потом вот тут прямо. Тут легко ориентироваться. А, помогите! 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 Да ну блин, да ой-ой-ой-ой-ой! Вот это он прям ножичком зачиркал всех. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Угабуга, Форум, Гусанёк, Заварной Кофе, Пингвинус, Кирилл Геймер, Фуфло, пацаны, поздоровайтесь. Привет, всем привет. Всем здорово. Привет. У нас сегодня очень классный ролик и отличнейшее настроение, чтобы поубегать от мемов NextBot. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Дима, а мы втроем уже на вышке. Я Пингвинус и Гусанёк. Да, вы уже там? Ой, да. Все, Санька уже нету. Нет. А, блин, собака Экс! Да я поддался, ну серьезно говорю, да, что это было поддаться. Есть тут намного, ребята, быстрее NextBot, но я их не ставлю, потому что нам тогда вообще будет очень сложно выживать. Так, иди вперед, расчищай путь и говори, правильно мы идем или нет. Иди, иди, не бойся. Там Амогусы там. Так, очень осторожно, очень осторожно. Амогусы, наверное, к ним побежали, а не к нам, да? Ой, ой, ребята, он за мной, помогите, помогите. О, я правильно бегу. Я правильно бегу. Блин, это очень страшно, что он сзади. Он сзади? Он сзади! Яламале! А, тупик! Тупик! Ну, тоже я в этот раз тоже поддался. О, у нас еще, знаете, какой есть? Фредди. Дима, Дима, беги, Дима, беги. Он пошел. Че, хватит, нормально. Все четко. Карма. Опа, кто там стоит? Кто там у нас стоит? На тебе, Фредди. Нет. А, блин, вовремя отошел. Так, ну что, я пошел опять в лабиринт выживать. Все-таки надеюсь, я смогу Саня, дойти. Мишка Фредди. Ой-ой-ой-ой-ой. А, помогите! А, да блин, они парами ходят и мочат. Да я в этот раз уже не поддавался. А, Фредди! Ё-моё! Ого, он откинул. Да жестко бьют вообще. А почему они все на спаун бегут? Ну потому что мы здесь выживаем. Мы ж не то, что вы там закрысятничали и сидите. Отводите их от лабиринта. Они как так. Когда мы сможем пробежать хоть немного в лабиринте. Они за мной постоянно бегут. Вы что, сговорились? Я же вас зародил. Мишка Фредди сзади, Мишка Фредди. Блин, это так стрёмно, когда они вот это вот сзади постоянно прям бегут. Так надо выучить этот лабиринт. Я его еще, кстати, не выучил. Тут другой лабиринт, он я уже тяжелый. Знаю. Дима, беги, Дима, беги, Дима. Тяжелый? Да, там этот лабиринт тяжелый. Там какая-то белобрысая крыса бежит. Интересно, они за мной, что ли, все бегут? Да, я вижу. Я эту белобрысую крысу вижу. Спасибо, что ты подсказал ей, где меня искать. А! Ёкала-манекала! Фух, и, блин, у меня руки аж дернулись так сильно. Чуть мышка не улетела в другую комнату. Вот это я именно испугался сильно. Дима, смотри, фуфлик. Как прыгают. Я тебя запомнил, фуфлик. Я тебя знаю. Я запомнил лабиринт, я его знаю, он легкий. Где он не сложный? Не сложный. Так, я смотрите, вот, почти... вот я иду. Потом вот тут налево, прям вдоль лабиринта идешь. А. Вот. Есть? Налево пошел. Да. Вот сюда надо вот идти, да-да-да, все правильно, я иду. Вот сюда, потом вот тут прямо. Тут легко ориентироваться. А, помогите, помогите, помогите! Да ну блин, да ой-ой-ой-ой-ой, вот это он прям ножичком зачиркал всех. Ребята, не забываем подписываться на канал и ставить лайкосики. Не забываем, каждый лайк это плюс один к настроению. Посмотрим, сколько людям этот ролик поднял настроение. Очень интересно будет посмотреть. Так, я слышу Балди, он постоянно вот это бьет указкой по руке себе. Фредди, я тебя обману. Ай, другой Фредди! Да вы чё, сговорились, что ли? Не, ну это жестко, конечно. Вот это мне нравится такое выживание. Когда... Ой, я его. О, Фуфло, ну все. Пацаны, кто будет видеть Фуфло, убивайте его сразу. А он меня еще с крыши стал. Все, 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 мочите его. Это карма, потому что ты меня тоже скинул. Я тебя скинул? Нет, Пингвинус. А ты что, перепутал меня с Пингвинусом? Видимо. Нет. О, все. Он косой, походу. Вот куда за это, конечно, все. Это... А! Да господи, да дайте пройти. Ё-моё, я так когда-то инфаркт получу. Нам нужен план какой-то. Дима, убить Фуфло? Конечно, а мочите его, а чё бы и нет.
Так, Дима, я уже за тебя. Ты так спрашиваешь, как будто я его вижу. Говорит, убить фуфло, да, где он? Я уже иду. В принципе, я прорвался. Ура, наконец-то я вышел оттуда. Дима, я спрятался, все. Вы меня не найдете. Найдем. Где-то Амогус бежит. Да? Опа. За другой Амогус! Пацаны, ну что вы блокируете входы? Встали и стоят. Вы чё? С вышки так смешно на это смотреть. Ну конечно, но зато мы интересно выживаем, а вы стоите на вышке, а мы четко играем. Я только залез. Дима, ты еще не передумал насчет щитов? Нет, конечно. Не-не. Я считаю, что надо играть честно. Эй, пингвинус. Пингвинус? Здорово, форум. Пингвинус. Че, он там прыгает? Допрыгивает до вас, не? Ну, чуть-чуть бот пингвина. Так, если я сейчас добегу до вышки, они меня убьют, это будет очень жестко, это будет обидно. Дима, если что, извини. Дам себя в жертву. Саня, извини. Да, это я сам. Ой-ой-ой. Блин! Беги! Там Фредди бежит за... Есть! Я живой, я живой! Дима, пока. Вот это было жестко! Да. Есть! Есть! Я лезу наверх! Дима, ты что? Ой, зависла! А не, не зависла. Тю, я думал, игра зависла. Так, не мешай, не мешай. Ух, слава там богу. Там фуфло бежит, стреляем. Мочите фуфло, где он, подскажите. Он справа, возле стенки. Амогусы очень сильно любят, кажись. Мочите, мочите его. На, понюхай гранату. Ребята, я смог добежать. Смог. Да ну эти амогусы. А где он? Я его не вижу. Мы его убили? Нет. Да. Мы его не убили, он специально говорит да. Ну я вроде не увидел, я не видел его убийство, да? Вот именно, он обманщик, он уже обегает. Так, надо, наверное, брать снайперку и со снайперки его мочить. Админский пистолет, админский пистолет. Фуфло, я тебе помогу. Фуфло, я тебе помогу. Я не верю. Все, задание выполнено. Я бежал целый час сюда, и вы меня убили? Это угобуга. Я сейчас отомщу, Дим, не волнуйся. Дима, о, ты другой раз. Вот это вы зря. Ты второй раз. Ой, гусанек, блин, да ну. Да я не хотел, я вижу, кто-то по лестнице. Давай вместе туда будем идти, я тебя жду. Я думал, это фуфло. Где фуфло? Вот это не фуфло? Убил фуфло. Я ж дернулся, Дима. Фуфлик, я тебе помогу. Все, погнали в лабиринт. Дима, у тебя должен быть тогда, должна быть суперспособность лазания по стенам. Не, ну я не буду его в этом ролике использовать. Да, да, да. Кстати, надо будет в тех роликах поиспользовать. Он всех нагнул. Ну, все, следующий ролик мы обязательно снимем что-нибудь с паутиной Человека-паука. Небольшую идею подал. Не, ну мы раньше записывались с ним, у меня много роликов есть с этим модом. Ой, я тень видел наверху. Все, сейчас я добегу, смотрите, вот сейчас я играю профессионально, очень четко играю. Просто не буду бежать быстро, чтобы меня за угла не успел. Видите? Дима. Ну ё-моё! Тот что специально чекает там проход стоит, чтобы мы не выиграли. Вот реально, я же говорю, они там два или три единственных прохода смотрят. Ай! Вот начало, с самого начала. Дима, беги, я его отвожу. Бегите. Давай, отводи его. Давай. Ой-ой-ой, ты пожертвовал своей жизнью заради нас. Молодчик. Дима, он за нами, Дима, он за нами. Он за нами, да? Бегай, красиво, Дима. Красиво. Ну, кстати, он легко уходит. А бомбу заложил. О, кстати, это звук этот, с Counter-Strike. А, ты доложил ту бомбу, которую мы добавили этот, в коллекцию, да? Да. Я слышу Амогуса. Я тоже его слышу. Ё-моё. Дим, он за тобой, если что. Пацаны, помогите. Я вижу Диму. Помогите. Дима, я бегу. Я тебя спасаю. Там кто-то спасается. Иди вперёд. Дима. Да кто меня убил? Вы что, издеваетесь? Я со всей хотел. Душой к ним, а они... Я не хотел. Я тоже сейчас не захочу тебя забанить, но случайно получится. Не, ну пацаны, я же по-доброму к вам отношусь. Вот Фредди, говно! Да ну ё-моё, ну как выиграть? Я хотел еще добавлять, да не буду я добавлять больше. Это жестоко будет вообще. Меня могут вообще конкретно. А ну, всё. Дима, я убил твоего... Фредди пришел. Фредди? Я убил твоего убийцу. Понял. А кто там жал? А, я в гору уперся, тю. Все, я разозлился, я беру оружие. Все, все, они тут, да, все? Да. Они, блин, еще и бессмертные. Кто? Да, их невозможно убить, кстати, вообще никак. О, вижу Диму, вижу Диму. Да, я буду четко бежать без остановки, я выиграю, смотрите. А, да ну... Это мучение какое-то и страдание.
это не взорвало. Идемте за мной, идемте за мной, пацаны. О, Дима. Ого. Это все фуфлик. Все, кто не успел, тот опоздал. Эй, Дима. Все, я здесь, ура. А теперь можно добавлять еще больше, ребята. Сейчас будет жестко, сразу говорю. А могу сюда прыгивать сюда наверху или нет? Иди. Так. Бешеный банан. Роблокса. Еще Балди. Пингвинус! Что за камикадзе? Иди, пожалуйста. Ой, фуфло, ты что взял? Я там оставил их столько много. Так, пацаны, давайте все за мной. Дима, прыгай, прыгай, Дима. Ого, бунги еще. О, нет, 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 нет. А, я промахнулся. Пацаны, удаляйте порталы, чтобы не вылетел Гаррис Мод, он может вылететь. Бога, давай, иди. А, я промахнулся мимо лестницы. За мной вообще куча амогусов бежит. Ну что такое? Кто там? А что? Свои мемы. Ой. Спасибо. Я именно обращаюсь, я все четко делаю. Нельзя убить никак, меня не убивает. На меня. Да ты меня. Ой-ой-ой, жестко там, конечно, расправляю. Я тебе что помогу. Там за взрыв? Ой. О, привет. Гасите его. Мы должны объединяться против NPC, они берут друг друга, мочат. Это кто? Да, это я случайно. Так, подожди, Дима, мне надо похилиться. Давай. Опа! Я упал! Меня скинули, я за это тоже всех расфигачу, кто меня скинул. Вот так вот, вы думаете... Я тоже упал, это не я. Дима, Дима. Это форум. Нет, я сам себя что ли скинул? Молодец, ты классно догадался. Ой, они зависли, я их ставил, они позависали. Так, давайте еще ставить. А давай. А Бунга пошел. Эй, а Бунга, ну я ж тебя поставил, ну не убивай меня. Отца своего. Так, еще давайте, кого мы еще поставим? Дима, Дима, что-то там лагает. Ничего страшного. Потерпишь. Так, кого мы еще ставим? Роблокс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, ребята, я знаю, надо еще поставить оригинальный хабунг, который телепортируется. Дядя Дима, не надо. Ну что, ребята, вот это теперь мясо совсем жестко будет. Дима, спасай меня. Дима, спасай. А я тебя не спасу, тебя спасет только смерть. Я бегу, я бегу. Ух, я уклонился. Да ну в этот раз не получилось. Молодец. А эта бомба как и там взрывается или по-другому? Не, по-другому. А ё-моё! Мы её раздефьюзили. Ребята, я буду тут на пятачке выживать, посмотрим. Так, проверим, сколько я продержусь. Вы где будете? Где ты будешь выживать, Дима? Вы тут на пятачке, там респауны. Самые жучие. А если я тебя убью, Дим? Ну, тогда ты будешь очень плохим человеком. Спавни, кстати, лучше выживается. Я тогда знаешь, что сделаю? Я тебя буду физганом держать, а тебя будет постоянно убивать все. Правильно. Лучше. Наоборот, хуже. Ты таки решил, да, меня помочь? Сейчас, подожди, подожди. Ой, ой. Нате вам. Красиво. Саня, ты чё, офигел? Я случайно. А тебя сейчас убью. Нет, нет, нет. Не надо. Под зад. А я хотел до башни кинуть и кинул в стенку, идиот. А я выжил, а я выжил. Серьезно? Я на башне был. Ой-ой-ой, ничего не вижу. А я в лабиринте. Я только вижу обунг. О. О, очистили, молодцы. Пожалуйста, Дима. Так, хорошо. У меня появилась одна идея тут такая. Она в принципе ничего. Да ну ё-моё, я ж хотел взорвать ее сам. Я опять выжил. Мы живы. Мы же... А как ты я взорвал? Дима, очисти карту. Дима! Дима, хорошо! Прощайте, подлецы! Ба! Прям возле форума поставили. Так, ребята, для того, чтобы теперь определить, кто хуже всех играл в этом ролике и кто лучше, мы нажмем таб и проверим, у кого сколько смертей. Вот у меня, допустим... Мне кажется, это 35 смертей. Я, кстати, не так уж... Я выиграл! Кирилл... А вот, заварной кофе... Самое последнее место, а самый лучший выживальщик это у нас кто оказался? Форум. Форум.
А на втором месте? Саня. Гусанёк. Ну, Гусанёк, видишь, не всегда тебе быть на первом месте. Если вам понравилась эта серия, и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. На всем отличное настроение, и всем пока. Okay.